Сливки посыпались. Обновление вышло. Там, в смысле, новое обновление. Мне сказали сейчас то же самое, что было уже давно добавлено. Ладно, на чем я остановился? Я уже и забыл, как драться. Чё такой маленький радиус? Не зря я сюда завернул. Я же должен их сканировать, я забыл. Да ё-моё. Ты, господи. Thank you.
Это что происходит? Я не понял. Вот так должно быть. Так. Так, не забыть. Остается лечиться только. Да, ну да. Но я могу его отсканить. Уже сканировано. Ну ладно.
А я могу его хлыстом отхлыстать сейчас. Ну, это портал. Это понятно. Логично. Там больше ничего нету, надо обыскать точно. Ладно, тут ничего нету. Значок опыта. И совершенно бесполезный амулет. А, он точно такой же просто, как у меня. Кому налепить значок опыта? Кому же налепить? Ну, пусть будет у Ляпис, наверное. Это откуда мы пришли? Ну ладно тогда. О, жемчуг. Окей. Блин, сопли. Наконец-то я начинаю снимать, ё-моё. Так, а там что? Головоломка. A few moments later. А, понял. Наконец-то. И да, конечно, тут еще одна головоломка. А я ненавижу
такие головоломки. Что мне нужно на выходе? Только желтый получить. А что? Понятно. Еще одно. И знаю, что красный и синий вместе дают фиолетовый. Поэтому мне нужно синий цвет теперь запустить сюда. Вот и все. Наконец-то. Значок авангарда какой-то. Я, кстати, могу и что-нибудь вкачать. А здесь что? Короче, потом вкачаю. У нее есть бросок и вот этот удар. Все, ну ладно. Но я ведь их так могу забить. Easy,
Конечно. Придется тестировать новые способности. Ладно. Ну так к себе. Я ж забыл отсканировать опять. Бля. Щит наконец-то открылся. Что значок делает? А, вот стену поставлю. Понятно. Теперь я не забуду отсканить. Так что я делаю, не надо. Ну почти же. Thank you.
А чё так мало дамага? Ладно, Стивен может щит поставить. Наконец-то. Слияние открылось. Это еще не все. This old gem's still got a few tricks up her sleeve. Help me in battle. Теперь все. Так, ну мы одно задание выполнили в городе. Мы еще крафтить ничего не можем. Вот все задания можно посмотреть. И мы выполнили только скан. Вернее, я выполнил. Что вы делали вообще? Смотрели. Ладно. Это не здесь задание. Вот. I'm always ready for the fight. What's this? Ладно, я сейчас посмотрю, сколько она записывалась. И, возможно, закончу запись. Нормально, можно еще записывать, короче. Это пока было только где-то 35 минут записи. Ладно. Так, нужно собрать ключи, значит. Опа. One must always be prepared. Couldn't hurt. Окей, загадка тут. Нужно сделать фиолетовый. Я знаю, как сделать фиолетовый.
так осталось. Не дали договорить даже. Это жесть. Что со мной сейчас делают? Ну, я хотя бы камеру сфокусирую. Не знаю, как будет лучше. Ну, вот так. Так и что мне придется сделать? Против этого гада ничего не поможет. А он сейчас ударит. Придется юзать вот это вот. Ладно, выживаем. Как-то еще можно выжить. Или нельзя? Сейчас сдохнут все. Фух. Но поможет ли мне это? У меня мало жизни осталось у всей команды. Печенек никаких. О, вот же печенька. Я не знал, что они так много восстанавливают, эти печеньки. Ну все, можно расслабиться. Ну и все. Ледяные сосульки.
Окей, это обязательно. Вот это можно тоже взять. Так, я уже забыл, что купил, а потом вспомнил опять. Что за значок? Повышает атаку на 5%. Так, это выход. А это что? Это я здесь был. Окей. Вот так сделаю, и все будет хорошо, надеюсь. Да что тут все такое светлое, ё-моё. Ладно. Так, главное сейчас попасть ровно. Вот так-то. Жестко бьет она. А, мне вообще плевать. Пока влево не пойду. Ну, ключа у меня еще нету. Лечилка мне не нужна. Ладно. Я промазал, ладно, сейчас мне будет жепа. Ладно, жепа была не такая сильная, как я думал. Я могу это еще раз сделать. Только надо попасть.
Я попал вот этот раз. Ого. Сосна. Осталось еще 10 врагов, и я выполню задание. Level up. Что мне лучше вкачивать? Надо подумать. Вот эту ветку точно надо прокачивать. Вот и ключ. На западне. Ну, тут как будто прям под ляпис выстроились в ряд все. Я могу ей, ну, на щит потратиться 3. Нет, на щит потратится 2 очка, останется 3. Я могу и 2 сосульки прикрепить. Потом зарядить способность и поставить щит. Охренеть! Убьют. Ну ладно, они это заслужили. Зря вот я это сделал, надо было подлечиться. Печеньки нашли свое применение. Здесь был, вот оно. Наконец-то я здесь. Окей. Я все ключи собрал. Радужный ключ. Я во дворец пойду только, когда все ключи соберу. Вот это я не должен пропускать. Ладно. Все на 100%. Пойду чекну, что в сундуке, и закончу серию. Выкройка для костюма.
Опа, значок восстановления. Ну и, в общем-то, все. Я пока не могу вышивать костюмы, но когда откроется способность, я это сделаю. Всем спасибо за просмотр и пока. Steve, your friend Alex is stuck in the fence. You are the only one who can help. Be careful. Steve, don't be so sus. Good luck.